Мы продолжаем отдавать должное тем, кто идет навстречу покупателю и восстанавливает свою репутацию. В этот раз речь пойдет об истории саратовчанки Ольги Ерохиной. Через 3 месяца после установки новой двери на ней появилась ржавчина, оторвался уплотнитель, в щелях стал образовываться лед. Визит мастера ничего не дал, и съемочная группа РЕН-ТВ отправилась в магазин «Стройбыт», где наша героиня написала претензию. Сразу после этого к ней снова приехали мастера. Магазин дверей не только исправил все недостатки, но и сделал женщине скидку, так что цена упала с 16 до 9 тысяч рублей. Телеканал РЕН-ТВ «Саратов» решил поощрить руководство сети «Стройбыт» и вручить диплом рубрике «Контроль качества». Для нас это, да, стало неожиданностью. И по первому, в принципе, сигналу мы, в принципе, сразу... Да, поехали и все ошибки наши исправили. Рады, что мы поддержали свой статус. Ну, очень приятно получить такую награду. Мы повесим куда-нибудь на самое видное место.